День добрый. Можно маленько информационно осветить ваше наличие. Красиво располагаться. Я еще не расположился. Я только привел, сейчас буду расположиться. Шаманить будем. И вообще никогда не расположился до конца. Не буду, не буду вот так тебя мучить, там, что там, ты там этот самый, как его там, сначала любимый, а потом ненавистный, да, скажу, мой любимый друг, вот я просто говорю. Скажешь, нелюбимый. Благодарю, что ты мне напомнил о моем любимом теле, да, которое делает дело. Что вот смотри, сначала вот я повисел, да, то есть рекомендация друида, да, я повисел. Потянул. Там я сколько? 15-20 минут. Так, потом расслабился. Потом постоял на корточках, согнувшись. Ну, не на корточках, а согнувшись, повисел шеей вот туда вниз. Да, подправлял. То есть расправил. Поскидывал всех там. Да, с прямыми коленками до земли достал. Вот эту плетку. Сделать надо. То есть это прям весом головы можно одеть себе атлант вообще. Да, да. Как проверить, выпавший ли атлант? Просто лежит человек ровно, и у него, ему говоришь, ляг ровно на спину. И потом с головы смотришь, как у него ноги расположены. Если одна нога не синхронна с другой, чуть плохо вот так вот, то это точно он вылетел, надо справлять. Так, давай сейчас. Это тоже только образцы, да? Не образцы, они не завершенные, но в таком ракурсе тоже. Бубнов-то сколько у тебя, всякие разные. Ой. Пойдем атлант справлять, да? Как я расслаблен. Да. Да. И типа твоему ровно все расслабляет. Ну вот это вот когда расслабляется, ноги вот так. Правильно. Да? Ну, смотри, нога правая ушла, и здесь тебе как удобно делать равновесие. Не знаю, вот как оно лежит. Как лежит. Проверяю атлант. Прикинь, вот сейчас рука начинается. Катайся. Ай, сей больно сейчас. Ну как судороги пошли сразу. Еще справляйся. Походи на лопатку. Умеешь на лопатку ходить? Да, лопатку находи. Да, я знаю. Кстати, есть. О! Хорошо. Равномерно иди лопатками и левой, и правой. Отлично. Левой и правой. И левой и правой. Ух ты. Новенький, да? Сейчас. Это у тебя нет какого-то вот тут вправления. Вот здесь у тебя выпавшее. Ты знаешь, что здесь вправляет грудь? Вот много набираешь и делаешь толчок. Вот прямо так. Да. Набери целую грудь барабанную воздуху и сделай толчок. Взрыв. Вот зажим. За эту фигню тебе надо держать. Подвешивай себя надо. Что, держи, блин? Вот здесь прям крючок вот так делают и подвешивают. Угу, угу. Докорвать вот это все. Вот все зажили. Тут старая кожа. Детская, вот. Это все на позвоночник.
Нет, ну это руку уже сводит от твоей кармы. Вот так проберут и трясут за это. За что вообще? Да. А тогда там нормально все. Да. Это банки, друзья. Ну, правильно. Руки за шею. Какая шаманская. Вот, а, вот так. Да, и положи лоб спокойно на грудь. Стоп. Видно. Ну что ты вот тут вошел? Ага, да, красавчик. Ага. Что это правка? Атланта. Майкл Александр знает Меркула. Да. Вот. Всем привет, да. Мухомор объединяет. Вообще всех. Так, ну а тут правка Атланта, да. Давайте посмотрим. Иди туда вперед. А, вот так. Да. Идем. Серьезная процедура. Я, короче, для себя открыл очень интересный текст. Ну что, у вас хрустнул? Ты расслабляйся. Да, на все 10 дней. Я волонтер, вот у меня есть ответственность. Я строитель, монтажник, уборщик и просто карандаш в руках Господа. Да, внимание на дыхание и полежать сейчас надо, да, с полчасика. Да, сразу надо все смыть, негатив весь. Обязательно. Прям с локтя. Потому что много убирается, даже прикосновение любое убирается, куча вообще сразу этой кармы. Да. Ну надо полежать, да, с полчасика. Прям в тишине ума, прям отключиться, послушать тело. Это правка Атланта. Правка Атланта, да. Сначала вовнутрь сюда, да? Попробуй стянуть грудь. И грудь справляется тоже здесь, исполнит. Вот так вот на фестивале правим друг друга. Как заново родился, да? Походит, вот идет по телу поток, да, он то идет как типа вот тремол такой внутри. Вот, это оргазмическое ощущение по телу. Пошли, вот кайфовые. Вот послушай тело, вот отключись от внешнего. Ну ты бомбом. Красавчик. Послушай тело, послушай. Отключись от внешнего. От суеты ума этой. Зачем она тебе? Движуха продолжается. Море надо, мухомор нам надо. Я прошел правочку Атланта, у меня все хорошо. Хвост. Помылся с сероуглеродной водой. Которую пили динозавры. Хвост Михаил управляет. Вакуумными баночками, да, я ставлю себе, бывает. Все точно встал.
поэтому ест сколько может. Может, это потничка? Это потничка, да, абсолютно. Может быть, нужно волосы подстричь там сзади, и я носил камни носил, и там железка. У меня тело не воспринимает металлы, железо. И у меня только благородные металлы. Не, зачем? Я таблетки вообще стараюсь не пить. Сними глаза, они Я обратила внимание. Это инопланетные. 2% людей с таким цветом глаз. Я в Чечне недавно был, мне сказали, что это вообще местные жители. Ну, меня признавали местным жителем. Похож. Да. А я просто богиня. Поэтому у меня кровь воина. У меня вот, я не знаю, почему мне всегда вот как-то... Богиня всего. Сейчас я вышла из пены морской. И встретила вот воина. На спину, туда главное. Дровида воина. Видеограф. Да, я Меркул, я мухоморный такой. А вон мухоморный. Момент еще не... Да, я видел, знаю. У меня в рюкзаке они растут тоже. Бля, конопляношка, нашел заначку где. А вот у меня инопланетяне тоже обкурились тут на балконе и полетели. Это руна. Так ему приснилось, что он Ю. Йо, йо. Приснилось, а мне сказали Йо. Йо, да, да, паренек походил в йогу. Это пси, душа по-древнеславянски. Вода драконья. Драконья вода. Сегодня только собрали вообще. Я съел полцеха. Смотри. Кстати, настоящий друид. Вы там у какого-то брали интервью друида? Да, друид, это друид. Это настоящий. Это настоящий. Тот настоящий. Только он смотрите. Это будут или динозавры? Ого! Сероводород. Ну и прям он садится туда в темноте, а огонек прям садится. Ну да, я видел, я представляю. Вверх, на две части. Вот это да. Нет, пока мы... Да, друзья. Кто? Очень кто такой я? И тебе, и мне, и ему. Два друида встретились. Встретились два индивида. Встретились восемь шаманов и три шакти. Обязательно. Вот он. Все здесь. И сказочный гонг. Меркул Успекин, подписывайтесь на канал.